Бам-бам-бам, shake your body to la-da-da-da, бам-бам-бам, на-да-на-на-на. Мы находимся в студии Виктора Дравыша, и мы записываем хит. Мне нравится. Мне очень нравится, но я очень волнуюсь пока. Все хорошо, просто твое время прошло. Вообще не то. Ну, это и хорошо, что она волнуется, потому что если бы она пришла и вообще не волновалась, может быть, бы вообще ничего и не произошло. Мы работаем над этой песней уже год. После первой встречи я была на позитиве, наверное, неделю, потому что более положительного, энергичного, позитивного человека я, наверное, не встречала в своей жизни очень давно. Дворову немножко. Я ее знал больше как профессиональную теннисистку, и сейчас сижу и говорю, что она очень даже может спорить со всеми моими певцами, которые всю жизнь занимаются только музыкой. Меня это лично очень порадовало. И я вот каждый раз, общаясь с ним, даже по телефону, даже после телефонного звонка, я испытываю еще какое-то долгое время моральный подъем. Поехали. Скажу тебе, целиком повезло. Я песни не продаю. Либо мне, если нравится, то я буду что-то делать. Если не нравится, то меня не заставишь. Уже могу авторитетно заявить, что она достаточно хорошо поет для того, чтобы тратить время совместно. Но все равно ощущение скачаться. Песня несколько необычная для меня, для моего репертуара, признаюсь честно. Но я полностью здесь доверяюсь Виктору. Он сказал, что это то, поэтому будем делать эту песню. Мы, кстати, эту песню придумывали прямо при ней на студии, вот да, здесь. Да, вот. Да. Это значит, что песня не просто была написана как песня, она была написана для нее. У нее сложное название «Бум-бум». Бум-бум. Сердце бум-бум-бум, больше не отзовется. А еще раз. Мне вот не хотелось бы взять и ни с того ни с сего сделать с белорусской девушкой что-то такое, что не понравится белорусам, потому что я сам белорус, как бы много очень должен, мне кажется, Беларуси. Поэтому для меня это не безразлично ни с какой стороны. Просто не хочется заранее загадывать, я думаю, что что-нибудь получится хорошее, потому что так все вроде легко идет. Как-то сложилось все как маленький пазл, но ничего просто так не случается. Поэтому я надеюсь, что это наш хороший совместный старт. Слушайте, пожалуйста, нашу первую новую песню, которая называется «Бум-бум» или «Бом-бом», или мы ее еще как-нибудь назовем, но вы все равно поймете, что ее поет Оля. Песня Виктора Дравыша. А, да, «Бум-бум». Ну, как-то так.